Всем привет, с вами Пенни Претц, и это пятничный выпуск, а точнее пятая серия по кейс-батлу на этой неделе. Пятая часть, пятая попытка окупиться. Так, что, 200 на балансе, снова не использовал я промокод, не стал его использовать. Еще бесплатный кейс я не крутил, у меня он доступен сегодня, можем крутануть. 25 рублей выпало нам. Тут уже выпало 25 рублей, да, все, больше мы не будем крутить. То мы будем делать. Давай мы тогда сейчас крутанем симпла, пока он есть. Симпла. На один хватает. Симпла. На один симпла хватает. Вот это сок выдал симпла. Ну, все, я пошел отсюда, короче, пацаны. Да ладно, я еще сильвера покручу. Покручу сильвера, может, еще на одного симпла намучу. Ну, ничего, он мне там опустошителя. Или как по-английски. Децематер. Децематер. Так, ну сегодня хоть мы маленечко окупились. Блять. Скумбрия в рот тебе, блять, ноги. Немноженько окупились и все, да? И все, и, наверное, на этом все. Ну еще на 3 ростка хватит. Что-то сегодня симпл расщедрился прям. Расщедрился. Что это с ним произошло такое? Нитро. 7 рублев, обалдеть. Сколько? 426 в общей сложности. Из которых 339 это... Ой, ёптать, мы даже тут не на это. Ну-ка, давай мы тогда контрактнем. Раз, два, три. Может, блядь, все в контракт заебенить попробовать. Ну-ка, вот так вот, да, например. Сколько? 38 на 164, 14. Ну-ка, давай вот так. Подписка. Ух ты, полтинник, да? А там сколько было? 38, да, было? А мы полтинник вымутили. А мы вымутили полтинник. Получается 439, да? 439. Теперь сотку. Сотку мы намутили. Намутили сотку. Что нам теперь с этой соткой сделать? Такие бабки. Что с такими бабками-то делать теперь? Что делать с такими бабками? Блин. Я даже не знаю, что. Семок купить, что ли, сходить? Купить семок? Так, нет, да, что хуйню страдать? Давай мы это продадим. Что мы можем ебануть на... Что мы можем покрутить, если кейс-баттл раздуплится? Блять, ну чё ты? Эй, алё! О, раздуплился. 101 рубас. 101 рубас. Можно 2 Супер Марио. А, Амонги же убрали, да? Амонги убрали. Либо снова... Ну, давай снова Сильвера покрутим. Я все-таки хочу еще на одного симпла накрутить. Посмотрим, как он давать будет. Посмотрим. Перо. Ого, блядь. Ничего себе. Не, ну если все такие перья выпадут, то нормально. Там даже на несколько симплов хватит. Не, давай еще перо, блядь. Перьев еще давай. Перьев. Хочу перьев. Горн войны. Нет, перо давай. Сука, дай перо. Вендетта, блядь. Что ты, падла? Сильвер элита. Кумбрия, за ты заебал. Дальний свет. Опять свет далеких планет. Духовики. Охуеть. Так, 420. Так, наверное, знаешь, что мы сделаем? Мы тебя сразу заберем. А то я, блядь, не дай бог, я так нажму. Продать все, блядь. И как? Продам все. Так, давай мы тогда тебя еще разок продадим. Еще разок продадим. Крутанем. Еще разков. Фу ты, блядь. Ну, вообще, Сильвер. Не хотит. Сразу дал мне эту беду, да, и говорит, все, иди, Витя. Иди, Пенни, отдыхай. Иди в тренажерку, хуйней, говорит, не занимайся. Вот. Ну, собственно говоря,
Сейчас я и попизжу в тренажерку. Янтарный шквал. Что-то в пределах 10 рублей так вот насыпает, насыпает. Что, может, тогда... Тогда может попробовать апгрейды помутить. Нитро. А? 102, 102. Так, давай контракты. Все, что дешевле. 10... О, блядь, ну вот так, да. Вот это мы сейчас попробуем что-то получить. 24 закидываем, получаем 10. Это хорошо. Чудесно, великолепно. И давай в апгрейды тогда. Давай апгрейды. Да, да, снова 10% апгрейды. Вы правы. Снова 10% апгрейды. Скажите, что ты хуйню страдаешь? 10% апгрейды какие-то делаешь. Что-то крутишь, мутишь. Тут что, нахуй тебе-то надо, да? Скажи, да вот, вот так вот, знаешь. Вот. А нахуй не нахуй, а? Давай, сука, качай. Что случилось? Цена предмета изменилась до 115 рублей. А чё так быстро-то, блядь? Ну ладно, тогда я за 130. Ну, не хотел мне ты его давать за сотку. Я за 130, блядь, какой 1300? Ты чё, ёптать? Ну или попутал, что ли? Вот, давай экзоскелет. Давай, экзо. Экзо на 11%. Давай, чё? Хуй, хуй через плечо, да? Здесь тормозишь. А, вот здесь, да, блять, я вот сейчас и думаю. 150, да? Давай 150, нет, я иду на 10% апгрейды. Я пришел за 10% апгрейдами. Вот, если сейчас залетает 10% апгрейд, то я еще открываю симпла, если он будет доступен, я еще открываю симпла. И все. Ах ты ж. Ах ты ж, я ж поверил-то, сука. Сука, ты коварная. То есть ты не хочешь, да, чтобы я открыл еще раз кейсы Simple? То есть ты ни в коем случае, то есть ты прям против того, вот послание коринфянам, это вот такое вот хочу. То есть ты категорически против, ты всеми руками и ногами против, да? Или да, или нет? Да ладушки! Вот это да! Ну я открою, я, блядь, продам, я открою, я сказал, открою. Я открою, ёптыч, хули нам кабанам-то, ёптыч. Что нам, пацаны, пацаны, пацанчики? Так, тебя мы продаем. Тут, блядь, контент получается-то, смотри. Получается... Ай, надо было спросить симпла глянуть, сука, то вдруг его уже открыли весь. А, нет, не открыли, еще есть, давай. Давай, сука. Ну заходи ты, ёб твою мать, пока зайдешь, тут уже, блядь, все продадут. И получится, что я скин зря продал. Ну ебанутый кейс батл. А, вот, открылся, да. Давай, сучара. И 103 рубля мне оставляет. Хуйня какая-то. Давай еще раз тогда тебя. Че ты мне взглянул в прошлое? Давай сочный скин, сука. Лапки. Пойдет. А нет, не пойдет, сука. Я 125 потратил, хуй ты мне 108 даешь. Давай нормальный скин тебе говорю, блядь. Не жмися, падла. Не жмися. Наебись. Заебися, короче, заебися. Выпросил, выклинчил, ёптыть, я у симпла сочный скинчик, да. Ну, он, конечно, ушатанный, уматанный, в полях закаленный. Тысячу раз там, блядь, может, 2 миллиона 300 тысяч раз был закаленный там. И давай еще мы апгрейд ебанем один. На 150, на 150, и идем отсюда. И идем в тренажерочку. Пора уже ноженьки качать. Пора качать ноженьки. Вот оно. Ну не, я на эту хуйню батиться не буду, короче. И кейс батл, иди ты в жопу, понял? Ребят, в общем, вот такой видос получился. В принципе, я считаю, нормально. Нормально, 5 сотен, по-моему, поднял. Да, 5, может, 6 сотен поднял. 333, 108, 400, ну 500 с чем-то, короче, поднял. Нормально, x2,5, в общем, окей. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч. Новых встреч.